На самом деле, я очень долго сомневалась о том, что стоит ли поехать, нужно ли мне это. На сайте все красиво изложено об академии, но по сути очень страшно было приехать и решиться ввиду того, что может быть это какой-то обман или просто наколка. Но когда я приехала, я поняла, что на самом деле это все есть правда. Люди очень доброжелательные. Были сомнения того, что для практики будет предоставляться мало собак, не будет хватать инструментов. Но на самом деле, когда я уже приступила к практике, была поражена тем, что собак предоставляли каждому члену и учащемуся в академии. И не по одной, а даже по две, если кто-то успевал быстро их сделать.